Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Книга Елены Соковениной, писателя, журналиста, блогера, финалиста русской премии 2001 год и конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгу РУ» 2013-2014, финалиста новой детской книги 2016. Петя Осликов продолжает хотеть как лучше, не оставит никого равнодушным. Читатель почувствует себя ответственным и за Петю, и за его маму, посочувствует папе и поймет, как трудна, сложна и многогранна жизнь подростка. Это трогательные отношения матери и сына. Острые, неуправляемые, непредсказуемые, безумно трудные, безвыходные, но все равно прекрасные. Книга состоит из маленьких рассказов о семье Осликова. Это удобный формат для чтения, емкий и масштабный одновременно. Это очень ироничное повествование, принадлежащее Осликову. И я не знаю, способно ли оно дать объективную оценку происходящему. Юмор Петечки Осликова очень своеобразный. Главные отношения пока в книге, как уже было сказано, это отношения сына и матери. Петя Осликов в начале книги ученик младших классов, а в конце состоявшийся школьник, личность. Конечно, сам Осликов удивляет, но его мама и ее методы просто поражают. То она кричит, то общается с Петей на «вы», то может лечь на пол, и ее надо тащить. Но равновесие в отношения вносит и неправильное поведение Пети, и неправильное поведение родителей. Признание ими своих ошибок – непременная и необходимая составляющая взаимоотношений. Это взаимовоспитательный процесс, требующий предельной искренности и открытости. Петя очень застенчив и не может найти контакт с окружающими, но он всегда хочет сделать как лучше, при этом оставаясь обычным ребенком. Книга по объему небольшая. Вы, дорогие слушатели, потратите час на ее прочтение, но вам все же придется останавливаться, перечитывать, грустить, смеяться, задуматься и над Осликовым, и над его Осликовой семьей. Уверена, что эту книгу должны прочитать все: папы, мамы, дедушки, бабушки, дети, учителя. Она полезна действительно всем утомленным воспитанием и всем поможет разобраться в семье. Отношениях 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».